Как это ни странно. Но это не играет большой роли, так как генератор без защиты, он по-любому будет уничтожен. Разве что там задротить, какие-то проценты жалкие вычислять. Вот что еще я забыл. Вот что, стратегическая система противоракетной обороны. И мы строим ее вот здесь. Почему мы ее строим именно там? Я объясню. Потому что, ну, как вы видели, она захватывает и генератор, и вот эту вот хрень. А генератор, он взрывается, как ядерная бомба, нафиг. Поэтому я его так далеко от базы строю. Он мне нужен только, чтобы кучу экспериментала настроить. И мы выдерживаем. Гляньте, как... Какой... Дрейн ресурсов. Дрейн – это высасывание ресурсов. Очень и очень неплохой. Не маленький, я бы сказал. Ядерные боеголовки, кстати, вроде тоже не работают на подводные цели. Ну, по крайней мере, мне под воду никогда не кидали ядерные боеголовки. Это я знаю точно. Даже при условии убийства командующего. Где тут наш Мавер? Он не строится, и это хорошо. Ибо нам есть что строить. Вот этого вот чувака апгрейдживаем роботом. А вот этот... Или стоп. Вот инженер третьего уровня. Пусть строит. Еще генераторы материи. Ну, где бы их строить? Их нужно строить вокруг генератора такого. Раз, два, три. Это, конечно, все опасно. Но это же я. Он очень-очень мало построен. Нужно ускорять строительство и срочно. Мавра, забьем на Мавра, в принципе. Нам Мавр не нужен, если нету другого. Если нету этой штуки. Или же поможем этому рабочему. Да, поможем этому рабочему. Стратегическая система противоракетной обороны, в принципе... То есть у нас не будет проблем с ресурсами, с тем генератором. А это значит, что она нам пока не нужна. Вот это достроим и все. А вообще пусть этому помогает.
Видите, всего лишь минус 20. При том условии, что здесь еще и робот работает. А вот и станции поддержки инженерные. Минус 18. И теперь мы делаем то, чего вы все ждали, наверное. Вот. Кстати, очень большой радиус строительства. Вы не заметили? То есть, посмотрите, как близко Эонка стоит и как далеко наш помощник командира. И разные технологии помогают строить друг друга. Да, очень-очень медленно он строится. Нам нужно срочно ускорять. В принципе, чтобы ускорить строительство остального, нам просто нужно замедлить строительство этого. Раз замедлили, здесь ускорилось. Это баланс от того, что вы с минусом по материи увеличите там строительство чего-то, то ничего не изменится. Восемьсот шестнадцать, блин. Я хочу этот генератор. Я тогда поставлю кучу эксперименталов и буду вообще мега-супер мощным. Или мавров настрою нафиг. Да, настрою кучу мавров. И все. И мне больше нифига не будет нужно. Инженерную станцию, похоже, можно только один раз грейдить. Или я ее уже строю второго уровня. Вот почему ее только один раз можно грейдить. А третьего уровня она есть? Нету. А вот второго есть. А первого есть? Тоже нету. То есть второй уровень — это минимальный уровень этой станции. И сколько она стоит? 480 и 2400. Эти роботы, они прикольные тем, что их можно заставить помогать кому-то там. И... В общем, усилить рабочего ими можно. Неплохой такой дрейн. Ай-яй-яй. Так, раз. И раз. Два. Три. Четыре. Четыре — это, в принципе, еще допустимо для генератора. Толстячок наш еще жив. Как это не удивительно. Пусть построит себе ПВОшек. Эти ПВОшки уже прокачанные. Левелы имеют. А сам толстячок уже 500 юнитов уничтожил.
Да, молодец он. Минус 24 с каждого помощника. Но зато генератор неплохо строится, согласитесь. Можно было бы и быстрее, но мне не хочется останавливать строительство этого чуда. А может и стоит это сделать. Бабах. Видите, как быстро. Пущай строят. Это не помешает. Давайте. Быстрее, быстрее. Время не ждет. Вот теперь минус 110, а не минус 200 с чем-то. О, как быстро пошло. Но все же этого мало. И поэтому мы сделаем еще. Да-да, именно так. Именно такой я монстр. Монстру. Плюс 18, так нормально. С учетом того, с какой скоростью мы все это строим. Ресурсы просто огромны. Наши ресурсы воистину неиссякаемы. Зачистите территорию, командующий. Флетчер готов к высадке. Конец связи. Эта миссия, я не помню, довольно... Довольно короткая миссия, насколько я помню. Там нам еще в союзники этого Флетчера дадут. Ну, он, кстати, неплохой командующий, этот Флетчер. В отличие от этих, например, той же Тости, то есть он будет серьезные войска клепать. И отсылать, но они нас просто немножко будут защищать. Больше они ни хрена не будут делать. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это плохо. Так, и поэтому мы сделаем вот так. Вот так. Нужно больше электростанций. Долбучих электростанций. А тут, тем не менее, строительство продвигается. Хоть и с маленькой довольно скоростью. Блин, ну что ж это за хрень такая? Идите все сюда, стройтесь. Амалию вообще можно уже тоже под воду засунуть. Но я это сделаю позже.
Так, этот толстячок себе наклепал целую армию.